Проект предлагает внести изменения в ныне действующий закон о правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия от 2016 года. Основанием послужили выявленные пробелы в нормативно-правовом регулировании учета иностранных граждан. Правоприменительной практики наших специализированных органов, компетентных, в частности Государственной миграционной службы и Министерства внутренних дел, возникали сложности относительно выявленных аспектов, которые связывались с тем, что на подзаконное регулирование, а именно акт Кабмина 2012 года, не в полной мере соответствовал новому законодательному регулированию, установленному в 2016 году. Соответственно, сейчас этот аспект, эта проблема, она выявлена, она урегулирована, подготовлены соответствующие проекты и в установленном порядке представлены президенту нашей страны для последующего представления в парламент. Законопроект поможет решить две задачи – повысить эффективность государственного контроля в области миграционного учета и одновременно упростить бюрократические процедуры. В частности, главы делегации, представители по Министерству иностранных государств и официальные представители международных организаций, их учет будет осуществлять Министерство иностранных дел. Это вытекает, в частности, из закона тоже. Обучающиеся в Республике Абхазии иностранные граждане, их учет на территории нашей страны будет осуществлять профильное учреждение министерства в сфере просвещения. Кроме того, будет упрощена и процедура учета туристов. Если, к примеру, гражданин приехал на отдых до 7 дней, ему, условно говоря, потребуется только паспорт. Его учет будет осуществлять администрация объекта размещения. Будут упрощены бюрократические процедуры и для иностранных граждан, приезжающих в Абхазию на работу. Иностранный гражданин, въезжающий на территорию Республики Абхазия, для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Абхазия должен обратиться в Министерство внутренних дел для получения регистрации. Потом он должен пойти в Министерство иностранных дел, чтобы перевести паспорт, если такой требуется, если перевод требуется его загранпаспорта, и после этого прийти к нам. Данный проект постановления позволяет это все делать в одном месте, то есть в Государственной миграционной службе. На данный момент в Абхазии около 2500 трудовых мигрантов, и эта цифра ежедневно меняется. Законопроект предполагает усиление контроля за временно пребывающими гражданами. Государственная миграционная служба будет знать, где живет иностранный гражданин, переехал ли он, если он переехал, по какому адресу он будет проживать. Мало того, если иностранный гражданин поменял административно-территориальную единицу, то есть с города Сухум переехал в город Гагра, он должен нас уведомить об этом в течение 3 рабочих дней, иначе он будет привлечен к ответственности. И все эти данные, все эти сведения будут храниться у нас в банке данных. Принятие данного проекта закона не повлечет расходов республиканского или местных бюджетов. Эсма Гуландзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.